Привет, ребята, это исследователь. Хочу вам показать, видите, три ряда окон, новый дом, 24 этажа, по-моему. Все горят лампы. Вы представляете, это на каждом этаже по где-то 5 ламп, на 20, 100 ламп, по 50 ватт. 50 на 100, 5000, 5 киловатт. Хотя можно просто датчики поставить. В общем, нарушает закон энергосбережения. И это на самом деле бы не помогло, даже если бы они экономили. В основном 99% тех денег, которые собирают за жилье, это просто ни за что, даже не завышенная энергия, а просто выдуманная вот из башки там на какие-то роскошь председателям, государству поганому. Тут как бы ничего не поделать, государство не согнать. Оно как подохнуть, наверное, должно само. Вот такие дела. Всем спасибо. Пока, ребята. Подписывайтесь на прогрессивный канал исследователя.